А что? Она все время. Кто-то без эмоций. Вот не видит, что кто-то без эмоций. Всем привет, дорогие друзья. Мы наконец-то добрались до салона. Вот сейчас буду выбирать цвет ногтей. Смотрите, какая у меня юбочка сегодня красивая, спальня. Вот такая. Вот. Всем привет, всем привет. Смотрите, покажу вам обстановку. Оль, как у тебя дела? Ты счастлива? Мама готовится к отдыху на океане. Я не готова. Мама, Оля, здравствуйте. Мама здесь, конечно, и тоже делает педикюр. До слова увидитесь. Слушайте, я не знаю, надеюсь, сегодня. Он очень занятой. Не хватает ваших домашних эфиров. Да, мне тоже не хватает. А вот я сегодня тебе придумала, а вы выйти, а ты не вышла. Маш, пожалуйста, чё, ну-ка, больше счастливее хотим было смотреть. Не тычься им в экран. В смысле? Я не знаю, о чем вы говорите. У меня просто грудь большая. Я что могу сделать? Почему у тебя парень и собака Вова? Ну, потому что... Потому что, знаете, вот когда бывает, завозят себе любовников, то имя стараются либо не называть именем, либо чтобы имя одинаковое было. Вот. А у меня так с собакой вышло. Ну, что пойдешь? Короче, я всегда говорю мужчинам всем. Мужчины, вот если у вас жена блондинка... Я всегда говорю, что если у вас мужчина, жена блондинка, заводите себе любовницу тоже блондинок. Вот. Потому что когда волосы по всей машине черные, а ты сама блондинка, это палево. Понимаете? Поэтому, мужчины, возьмите себя на заметку, заводите себе любовницу с таким же цветом волос, как у вашей жены. Какие-то проблемы с интернетом. Ладно. Маша, где мы в салоне? Здесь очень красиво, кстати говоря. Олечка спрашивает, где ты? Думает, я сама пошла, а мамочку оставила. Нет, нет, Маша, ты единственное, что... Я тут с удовольствием пошла. Единственное, что это она мне говорит про океан опять, а я не хочу в этот раз. Она мне не сможет говорить. Понимаете? Ну, она думает, что сможет. Какой у тебя рост и вес? Ой, ну я не худая. Рост у меня 1,68 м, а вес у меня вес 62. Маш, стоит ли поздравить парня с днем рождения, если бросил или полный игнор? Ой, я считаю, что если бросил и унизил, зачем тебе его поздравлять? Это не годится. Да, правда. Ну, все время, знаете, это девушки все время это не расстают, и что-то там думают смысл. Как избавиться от панических атак? Ой, как? Просто забить на них, мне кажется. You have sexy lips. Thank you very much. Да, голову поехать. Ай, это щекотно. Куда потом? Потом у нас большие планы. Вообще планировала сегодня пойти в парк. Сделай ногти, все равно пока не играешь. Нет, не буду. Ну, раз интернет плохой, у тебя лучше тогда сейчас выходить. Какой педикюр будет? Не знаю, сейчас посмотрим. Решим.
Я думаю, что-то очень и очень яркое. Блин, у меня здесь связь барахлит. Маша, да? Спроси, какие еще цвета можно спросить у подписчиков. Красиво сегодня, спасибо. Очень приятно. Я не понимаю, у меня интернет барахлит, да? Мам, вытащи свой телефон, я хочу посмотреть. Как вытащить? Ну, с зарядки. А? А, связь отличная, да? Просто у меня постоянно прерывается что-то. И я думала, что не ловит. Нет, я не вижу. Потому что у меня вижу. Мама, у тебя что, не ловит телефон, да? Может, такой... На, поздоровайся. Подержи секунду, абсолютно. Нет, я не буду. Дотягивайся. Мама не хочет ничего делать, да все. Не хочет. Зачем делать? А покажите мне, а что это вы мне делаете? Жидкое лезвие. Это зачем? А за тем, чтобы отошло на ручку. Размещение поздно. А на вторую? И сколько так сидеть? 10 минут. 10 минут? Да. Ты что, не знаешь, что это? Я первый раз такой. В прошлый раз так же было на жидком, ездили на ножице, чтобы легко снималось, а потом кисточку, и все равно выйти. Мне так же сделали. А покажите цвета, мы выберем с подписчиками. Нужно качку? А? Мамоль, поздоровайся. Всем здравствуйте. Погромче. Скажите, пожалуйста. А какие сейчас цвета модные? Вот такие, чтобы вроде... Тебе, да? Да, мне. Ой, смотрите палитру. Так, мам, пойдем. Да. Дорогие друзья, давайте выбирать, какой цвет. А вот себе покажи мне. Самый так, цвет. Все, я вот себе вот этот делаю, 707. Нет, я хочу белый вообще делать. В смысле белый? Белый, как белый, смотрите. Так, дети, давайте... Ой, я вот этот цвет хочу. Нет, или вот этот, 144-й. Давайте голубой сделаем, мам. А это модно? Да. Оля, говорят, нюд надо. А тут с блестками еще есть. Нет, спроси. Кто говорит? Спроси. А я спросила. Вот посоветуйте, вот она вам показывает. Я думаю, вот первый ряд, где вот беленький такой, слегка матовый такой, розовенький. Вот тот мне нравится, Маша. Раз, два, три, четыре, пятый и шестой. Подождите, давайте выберем маме. Нет, вот слепу, первый маме. Раз, смотри, мам, подожди, все тут это, разбежались. Я тоже нервничаю. Тебе говорят, 144-й, это какой вообще? Я его не могу найти. Где вы его нашли? Мам. А, желтый! Нет, желтый я точно не хочу. Мама, давайте сделаем... Вот, 705-й салатовый. Покажи. Бирюзовый, все, бирюзовый, 705-й. Как он оплачивает? Ну как это? Я даже не знаю. А мы платье купим, платье. Остановлено за слабый сигнал. Да что за хуйня? Маш, я все расслаблюсь. А? 705-й? Слушайте, а мне с блестками делать или нет? Голубой, более натуральный. Скажите, а можно же сделать глиттер, да, на цвет? На любой? А, мне, да? Ну да. Да. А, ну все, тогда отлично. Маша, что я говорю? Че? Вот дай мне посмотреть по литру, Маша. На. Мама тут это у нас нервничает. Я хочу с блестками себе синий прям, да? Такой ярко-синий с блестками. Мам, какой выбор у тебя? Посмотри на меня. Я ищу такой, ну, не яркий. Нет, маме надо... Не надо светленькая, она модная, тёлка. У нее красная дорожка. Не надо ей матовой, ей нужно яркое. Маша, ой, вот Маша мне советует. Какой? Я себе нашла, она придет. Нет, Маша, конечно же, нет. Дай мне сюда, это уродство. Маша, мы ей... Не надо, мама, с тебя делать старую фигу. Это не старая, это модная. Это не модно. Правда?
Мне кажется, это лучше, чем я бы сделала. Можно еще красный классический. О, красный, давайте. Классический, бордовый. Вот все говорят, бордовый. У меня губы не страшные, они все в синяках, вот, видите? Я потому что вот эту часть рассосала и вколола заново с новой формой. Вы мне потом будете говорить, что я красавица. И вот еще Мишка Марине. Мам, все говорят, что тебе нужно быть красивой. Красивой, это значит... Покажи, что ты хочешь. Дай мне сюда каталог. Какой? Покажи. 158. Все против. Где? Где? Покажи. Ты вообще что ли деревня? Нет, это наоборот не деревня, а это как раз... Вставай с кресла и иди домой, значит. Ой, Инесса, привет, моя красавица. У меня очень крутые губы. Просто смотрите, когда уйдет отек, они станут такими плоскими, понимаете? Плоскими. И я буду красавицей, нереальной красавицей. Всем привет. Вань, что у тебя там? Где пятна какие-то? Да, это у меня загар сходит пятнами. Я просто сегодня сделала пилинг перед съемками. И он немножко пятнами, вот. Вот все говорят, что бордовый вишневый делать. Форма топ. Да, реально, форма рыбка, видите? Мне вкалывали вот так вот, вот проколы. Короче, вот так вот засовывали, смотрите, иголку, даже от нее осталось, да, плоско. И от иголки вот так вот ответвление, это новая техника. Да пятна-то пройдут, это фигня все. Меня по Первому каналу сейчас показывают. Ну как же так-то, я не вижу... Это не платье, это юбка пинка, кстати, очень дорогая была когда-то. Но она мне была мала, а сейчас мне эска стала нормальная, она с пальмами. Эта ткань такая, стоять, ой, блин, трусы видно, извините. Это тафта. И слушай, это под ногами трусы видно, пипец, я забыла. Ой, стыдно. А я вот так подняла юбку, показать ткань, трусы все видно было, прикинь. Ой-ой-ой, ну ладно. Я надеюсь, никто не видел. Да похер. Ладно, у меня эпиляция полная. Блять. Ладно, все, забыли. Я не буду матом. Это вообще позор. Мам, меня по Первому каналу показывают. Включите телевизор. Вот где? А здесь нет телевизора. Где включите телевизор? Может, включи кондиционер. Какой кондиционер? Это же не телевизор. Что я в нем увижу? Нет, у меня пися не мохнатая. Я всегда делаю эпиляцию, она мне как это вот говорят, ну короче, нет. А, тогда не будем смотреть, давай поженимся. Чего вы меня наебываете? Я знаю, что по Первому каналу вчера показывали меня с девочкой. Спасибо. Что с губой? Мне раскачали и накачали заново. Но форма-то топ. Посмотрите на мою форму губ. Форма плоская и уточкой. Нет, маникюр я, наверное, не буду. Или нарастить ногти, не знаю, у меня дилемма. Ну просто если я наращу, мне красная дорожка, мне играть надо, я не знаю, я не смогу сыграть. Знаете, она на нас витамин, какой-то крем мешает. В общем, витамин А. Тень и огонь. Это тень и золотой. Я делаю замещать шапку, я делаю, чтобы замещать.
классические женщины даже на пляже в одежде, закрывающей тело. Ну, это да, конечно, это мы знаем. Ну, я же не вам делаю губы, а себе уточкой. Вы так всегда говорите, как будто я, блин, знаете, вам пришла и сделала губы уткой ебучей. И я не ругаюсь, мам, это не я, это ты. А мне палитру надо, мне мама отобрала. Самовидите? Мы выбрали. Ну, пока что. Вы выбрали уродство. Ну, что выбрали? Потому что ты современная женщина, тебе нужно ходить ярко. Я, Машенька. Тебе белый цвет. Мне хотелось вот этот цвет. Я хотела такой. Какой максимально яркий? Стиркой сделаем. Нет, желтый я не хочу. Нет, Маша. А зачем тебе такой, Маша? А какой максимально яркость в тирке? А в тир... глиттеры, да? Глиттер есть. Какие? Тирка, да. Ну, глиттеры здесь их нету. Вот. Вот эти три. Они как глиттеры идут. Но они не глиттеры. Это же не глиттеры. Нет, это не глиттеры. А у нас здесь их нету отдельно. Они наносятся сверху. Свет выберите, а потом уже подберем глиттер. Так, какой максимально яркий цвет? Тоже вот такого. Какого, оранжевого? Угу. Либо вот тоже очень хорошо смотрится на меня. Хорошо? Да, классно смотрится. Реально? Цвет прям идеальный. То есть лучше, можем... чем такой? Не, ну эти они сейчас на лето в основном не, делают лето... вот. Вот такие яркие. И давайте вот это, я думаю, да? Вот это 903? Да, или такой, какой лучше? Или оранжевый, блин, не знаю, ёлки зелёные. Чё посоветуют люди-то мои, а? Дети, давайте быстрее, а? А 900 они советуют, а какой номер 900? 903? Какой-то 900, 907 какой-то. Вот 907. Чё, его? 903, 907. Ой-ой-ой. Вот 903 и вот 907. Но многим, я смотрю, нравится 907. Давайте 907 раз сказали, всё. Но желтый что-то мне не очень лежит в душе. Или как? Да. Ну, на у вас, смотрите, загар, и на темной коже очень красиво будет смотреться. Я могу принести, принести и нанести цвет, а вы выберете. Давайте, давайте 907 и 901 и глиттер. Прям мне нужно максимально яркую втирку, прям чтобы вообще сияло за три пизды. Чтобы вообще на меня не смотрели, а на ногти. Если я раздеваюсь, чтобы лица было не видно, а ногти, сука, си... Желтый в жизни просто не делала. Сейчас попробуем там. Сейчас нанесем два. Не, все, матом ругаться, это вообще грех. Я не буду больше, обещаю. Тем более, я такая красивая, мне ругаться нельзя. И голова чистая, видите, наконец-то, все. Я в образе, писи королевы. Нет, синяя на лето реально, это как-то занудство. Маш, вот сейчас, говорит, про анорексию показывают. Пусть говорят. Вчера показывали мне. Вчера смотри. А, это не знаю. Тебя смотрю. А где? Кстати, вчера сходили мы в крабы кутабы. Значит, блюда довольно-таки дорогие. Ризотто там в районе 1000. Рыба там в районе 2000. Коктейль 900, 800 апероль. Ну, честно, вот хуже... Хуже еды вообще никогда не ела. Мне настолько там не понравилось. То есть место типа распиаренное, сказали вкусно, все, вообще не понравилось. То есть необоснованно.
А кто сказал, что ты красивая, ты обыкновенная? Да и ладно, это вообще не имеет значения. Красивая, некрасивая, худая, толстая. Это все херня. Слова. Главное быть просто счастливой. А, люди повтор смотрят. Ой, как больно ноготь, у меня там мозоль была. А, я на меня вот это, бля, пиздец. Ну, ладно. Где? Да вот, на этом пальчике. А, все. На личном фронте вот шикарно, даже вот скрывать не буду. Все шикарно, скоро свадьба. Вот. А, специально это говорю? В смысле? Ты совсем не хочешь, да, свадьбы? Ты там красотка в блестящем платье. Мам, сейчас я Мише позвоню. Почему он не видит? Нет, сегодня будем ему звонить. Мама, сейчас твой телефон уроним. Нет, нет, мой уронил. Да нет, реально. Ой, Ума, любовь моя, привет. Пусть говорят, 19:40 по Москве. А. Умочка, ты моя любовь. Ты улетаешь сегодня, да? Морщинистая проститутка. Я? Маша, вот кто сейчас это сказал? Подожди, вот это кто написал? Голикова Настя 53. Куда мне сейчас? Настя. Меня так еще никто не называл. Ладно, пусть будет. Маша, но послушай, проститутка быть не так плохо. Ну, они все зарабатывают нормально. Удали. Морщины можно убрать. Ну а что? Ну если так уж на то пошло-то, что? Не, а что? Ну все, кто по эскорту, они хорошо живут. Я не против. Но просто я уже опоздала. Я уже старая для этого дела. Не, ну может, конечно, если найдется мужик, которому 80, ему пососать. Он может, но он меня может, я для него молодая. А так мне уже 29, все. Я опоздала со эскортом. Маша, неужели можно с 80 лет? Я не могу, я не буду. Ты хочешь? Сейчас... А ты? А ты что морщишь? Он твоего возраста. Ты что морщишь лицо? Реально, как старый шарпей. Машенька, даже я бы не стала. Даже ты бы не стала. Я бы лучше ни с кем не стала. А вот ни с кем это плохо. Секс полезен для здоровья. Ну, уже в моем возрасте уже не надо. Я так планирую. Так, мне вот сейчас Ума написала цвет Майами. Это какой? Это, по-моему, ярко-желтый. А, ну вот я его и делаю. Сейчас. Чего ты? Ой, Веснушка, привет, любимая. Да щекотно. Маме Оле лень краситься и голову мыть просто. Я ей сегодня сказала, все говорят, ты выглядишь очень уставшей и почамканной. Почамканной? Ну, почамканной, это я сама придумала. А такое слово впервые слышу. Почамканной. Ну, правда, что-то я подустала, а не правда. Скажи, чтобы сколько... тусить два дня, пить. Скажи, чтобы... сколько мне лет вообще? Да нет, я нормальная. Ты типа без комплексов? Не, ну а что комплексовать-то особо? По поводу чего? Потому что они хотели тебя ущемить и гадость сказать. То говорят, что ты толстая, то морщинистая. Не, ну я действительно не худая, ну и что? Ну но что? Морщины, они у всех. Они у всех. Дальше что? Да, потом... про проститутку, я говорю, я не против эскорта, вообще ни капли. Если человек в этом успешен, это здорово. Все, тема закрыта. Я почему-то мне это делать. Ну, устала. Может, дается. Вот я что-то почувствовала после пандемии, что я устала. После пандемии устала, бля. Вообще уработалась дома. Нет, вот что-то такое получилось, что я не... Да в Москве, да, вот. Смотрите, какой салон классный, с цветами. Маша, покажи, что очень делать. Красиво. Стена красивая, стена сзади тебя красивая, Маш. И розочки красивые. Мам, помаши рукой.
На меня посмотри. Ты сказала, что я почем там. А я ты сама виновата. Я тебя просила накрасить глаза, ты ленишься. Ты думаешь, что ты красавец, что ли, так? Подписчики говорят, да. Говорят, что я прошу быть не своих лет. Ну и все. Я не верю. Умочка моя. Красавица моя. Маша, скажи Муме, мне, значит, под фотографией, Мумочка, мне под фотографией написали, что за моей спиной, как это называется, обои, вот этот замок, дом стоит, это обои. Дом друга нашего, маме написали, что это обои, прикинь. Да, да, вот, и я удалила ее, мне так обидно стало, и я ее удалила. Да ты зачем это сделала? Надо было написать, люди, если вам так комфортнее нет, думать, нет. То думайте, они же расстроены. Люди не могут поверить, что так можно жить. Тоже а ты взяла и удалила их. Я забыла, даже не знала. Мама все время пишет адрес, поэтому я. Мама, ты, кстати, помнишь, ты в Таиланде из-за зуба умирала? Да, у меня были сомнения. А, она его вырвала? Нет, он сам вылетел, у меня сами вылетают. Он болит, потом вылетает. Wi-Fi подключите, Маша. Да я подключила ваш Wi-Fi. Он... Как может так глючить телефон? Wi-Fi. Так, скажи мне, а вот этот ноготь мы будем, он нарощенный? Я а ты знаешь, что он нарощенный, дочь? Я убрала там. А, так он, это вот нарощенный? У него свой отрос. Да. Ребят, он уже свой. Я не понимаю, у меня что-то со связью, сейчас перейду на ЛТЕ. А у меня тоже так было.